Сегодня вашим взором будет представлен один из самых лучших телефонов, когда-либо созданных человечеством. Samsung Galaxy S3. Изначально Apple iPhone 4S считался эталон производительности по видеографике. Samsung Galaxy S3 перегнал его практически в два раза. Точно так же он перегнал его по мощности основного процессора. То есть вы можете просматривать веб-браузинг, веб-страницы намного быстрее, чем на Apple S4. Основной конкурент, который сейчас на данный момент выступает Galaxy S3, это HTC One X. Эта модель выступает по следующим параметрам. Она не поддерживает microSD-карты. Соответственно, мы не можем расширять нашу память в Samsung. Это можно сделать. Поставить флеш-карту, поддержка до 32 гигабайт. Основные изменения претерпел дисплей. Его диагональ увеличилась, она стала 4,8 дюйма. Дисплей получил феноменальное разрешение, 1080 на 720. Для того, чтобы защитить уникальный дисплей, поскольку каждый из нас может уронить телефон, повредить, разбить его, была использована технология Gorning Gorilla Glass. Это стекло нового поколения, которое имеет непревзойденный уровень защиты, при том, что сохраняет очень маленький размер. То есть оно очень тонкое, но в то же время и очень прочное. За счет этого дисплей защищен практически на 100%. Вы можете его бросать, вы его не поцарапаете и не разобьете. Камера запускается меньше, чем за 1/100 секунду. В то же время сделать моментальный снимок, затвор срабатывает моментально. У вас всегда получится высокочеткое изображение за счет стабилизации. То есть вы можете фотографировать на ходу, в движении, в автомобиле, фотографировать везде, даже в полете. И вы всегда получите прекрасный и замечательный снимок. За счет процессора четырехъядерного вы получаете непревзойденную производительность. Каждое ядро, оснащенное своей памятью, отвечает конкретно за свое устройство. Например, одно ядро отвечает за видео, второе за компьютерную графику, третье отвечает за основные производственные процессы. В результате этого вы никогда не заметите подтормаживания на телефоне, он будет срабатывать моментально и будет работать как молния.